Всем привет, мои дорогие зрители, вы на канале Vlad Games, и вы по названию уже догадались, что мы сегодня будем играть, ну, в Майнкрафт и делать решетки. Тут какие, блин, решетки? Разноцветные надписи табличек. Это реально работает. И, кстати, да, ребят, как же это работает? Смотрите, вот. Я не знаю, видите вы надпись, табличку. Ну, тут, ну, как я пишу. В общем, заходите в всякие там штуки, где есть это, ну, знак вопроса, знак восклицания, проценты, ну. В общем, это для тех, кто на PlayStation так. И там есть после, ну, снизу буквы И стрелочка. Нажимаем на нее, и мы попадаем в еще один раздел. Тут есть такая буква S, которая совмещена. В общем, есть сверху S и снизу S, они совмещены. Как бы мне вам показать? Ну, я не знаю, как показать. Ладно. И берем там цифру от 1 до 9. 0 не надо, это цифра, которую делаю все черным. Давайте, например, 4. И дальше уже пишем все. Так, сейчас давайте напишем. Так, подождите, ребят. ППП. Пи-ши-ши-ши, блин. Подпишись. Мягкий знак. Подождите, сейчас. Ладно, ребят, продолжаем. Так, смотрите, видите, вот такая вот буковка. В общем, подпишись. Давайте еще сделаем с другой цифркой какой-нибудь. Подпишись. Так. Опять заходим туда. В общем, так можно хоть сколько хочешь делать, пока это. Так, давайте цифру я уже 2 возьму на мой. Сейчас напишу. На мой. На мой. Тут клан у меня есть еще, но у меня канал, да. Вот. Пишись на мой канал. 10. Значит, 10 напополам. Так, что тут есть колокольчик. Кстати, ребята, обязательно вы должны нажать колокольчик, чтобы не пропустить никогда новые серии. Вот что из этого получилось. Классно? Вот. Я думаю, что все обрадуются от этого. Это вообще очень классно. Это когда вы хотите там друзей своих удивить. Вы такие говорите: ты можешь написать цветным шрифтом? Он говорит, что это невозможно, а вы ему показываете это. И он удивляется, и сами поняли, что. Да. Вообще правда так. Кстати, как игровой чат использовать? Напишите, пожалуйста. Ну как его включить? Я уже. Блин, это что? В сетевой игре только надо. Ну, я думаю. В общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.